Всем привет! Сегодня разберем вот такой вот операционный усилитель 140UD1B. В этом операционном усилителе 12 выводов. Также присутствуют драгоценные металлы, то есть золото 0,23 грамма. Это считается один из самых массовых операционных усилителей Советского Союза. Выпускается он с 1970 года. Ну вот примерно вот так она выглядит внутри. Красиво не получилось сделать. Сейчас еще попробую немножко почистить. Так, ну добраться до кристаллов, так как показано на картинке, у меня не получилось. Чем-то микросхема внутри залита, каким-то веществом. То есть она не пустая, она чем-то заполнена. На этом у меня все. Всем пока.